Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я вам хочу продемонстрировать этого робота, который я сделал в программе 3D Max. К этой модели применена система костей, материалы корона. Давайте ее рассмотрим более подробно. Значит, сама сцена состоит из трех слоев. Это модель, риг и студия, в которой ходят осветительные приборы и камера. Давайте теперь рассмотрим риг более подробно. Значит, риг я делал сам. Это не бипит и не система CAT. То есть посидел, потратил какое-то время, чтобы сделать эту систему. Она не претендует на отлично, но и как бы идет с моделью опционально. Ее можно использовать, можно использовать свою, можно использовать бипит. Значит, система сама — это обычные GitHub поле объекты. И сейчас идет анимация. Значит, к этому объекту применен опция, функция костей. То есть каждому из этих editable поле объектов включена опция костей. Так, дальше. Материалы. 5 материалов. Краска, металл, стекло, резина и свет. 5 материалов, собранных в мультисубобъекте. Короче, мультиматериале. И карта, HDRI карта, которая присутствует в некоторых отражениях. Материалов краски, в металле. Так, смотрим дальше. Отключим пока сглаживание и посмотрим работу системы костей, как вращаются элементы. Сгибаются в нужных местах все. Это верхний захват, и здесь есть вот еще система нижнего захвата, который вверх-вниз работает, по поршню двигается. Там более подробно посмотрим сейчас. Уберем ненужные нам элементы. Посмотрим, как двигается этот риг. То есть мы видим поршень, в котором двигается наша система этого пальца нижнего. Снимаются здесь крышки самой модели. Также здесь блок питания сменный, то есть можно его вынимать там, если, допустим, модель игровая какая-то, то можно ее использовать, эту вещь.
Так, еще здесь вот есть двигатели. Сам модель подразумевает использование в водной среде. Это его как бы пушки, его подводные пушки, которыми он отталкивается в водной среде. Здесь мы видим подобие двигателя, свет из него излучается. Возвращаемся элементы назад. Модель сделана под сглаживание. Я применил две итерации, посчитал, что это более чем достаточно. Так выглядит мой робот. Его можно приобрести в магазине Turbo Squid. Описание, ссылки. Все, что вам хотел показать в этом видео. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока.